Ученый из США выставил на криптоаукцион собственный генетический код, а французские студенты разработали колеса для скейтбордов из жевательной резинки. Мы собрали очередную порцию новостей, способных вас удивить. Французские студенты-дизайнеры разработали колеса для скейтбордов из переработанной жевательной резинки. Для этого молодые люди установили специальные панели, куда прохожие приклеивали использованную жвачку. Еженедельно разработчики собирали материал, измельчали его и перемешивали со специальным загустителем. Так это было. В планах ребят сотрудничать с крупными брендами, выпускающими обувь для скейтбординга, такими как Vans. Молодые люди уверены, что их разработка поможет сэкономить материалы и эффективно перерабатывать отходы. В итальянской коммуне Катанзаро полиция обвинила сотрудника местной больницы в мошенничестве. Суть дела заключается в том, что обвиняемый не ходил на работу в течение 15 лет, однако все это время получал зарплату. Таким образом, мужчина заработал целых 538 тысяч евро. Уволили злополучного сотрудника только в 2020-м. Семилетний мальчик из Великобритании по имени Дилан Мэкс увлекся историей, и больше всего ему нравился Карл II. Ребенок узнал, что у его семьи есть портрет монарха, и уговорил мать повесить картину в его комнате. Женщина решила, что состояние портрета оставляет желать лучшего, и отправила полотно на реставрацию. Выяснилось, что холст был расписан еще в 1660 году и является очень дорогой исторической реликвией. Так артефакт выглядит. С точки зрения качества и редкости, это, безусловно, музейный экспонат, заявила владелица картины. Замужняя пара из США выяснила пол будущего ребенка. В честь этого они устроили вечеринку в местном карьере, где взорвали 36 килограммов взрывчатки. Взрыв оказался такой силы, что соседние города приняли его за землетрясение. Взрывная волна спровоцировала появление трещин на фасадах некоторых домов. Полиция установила виновников происшествия, но пока непонятно, будут ли им предъявлены обвинения. Пропуск на карьер был получен официально, а данный тип взрывчатки считается в этих местах легальным. Вероятно, супругов обяжут выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Джордж Черч, профессор генетики из Гарварда, выставил на криптоаукцион собственный генетический код. Так об этом сказано на сайте аукциона. Геном профессора Черча, первый из когда-либо секвенированных, имеет большое историческое значение в области личной геномики, поскольку использовался в бесчисленных исследованиях. Сам профессор надеется таким образом привлечь больше внимания к науке.